Ана! У нас нет выбора! Я не выпрыгну из самолета! Иона, слышишь? О, черт! Черт! Клара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити. Очищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться.
Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Лара! Ого! Ты только посмотри! Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метком твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я осмотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что после всего этого? Я умираю с голоду. Кита бы съел. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины. Водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно. Это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что, если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет.
В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Чтобы обнаружить спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Это Альфард, одинокая звезда. Самая яркая звезда в западной части неба и сердце созвездия Гидры. 2000 лет назад она зашла на западе. Именно там я надеюсь найти тайный город. В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет. И тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. Последнее число на левой колонне — 0. Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендес. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Не видно его? Нет, продолжаем искать. Будем искать дальше. Смотри, это самого папы. Может, зажечь один для мамы. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Когда мы проходили мимо цветочного магазина, увидела Георгина, мамина Иона. Он у ворот. Я его вижу.
Столько ярких красок и света. Моя мама пришла бы в восторг. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят. Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с идеалами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Иона, мастер выживания и отличный друг. Я встретила его несколько лет назад во время экспедиции на Эндьюранс. В первый же наш разговор он меня рассмешил, называл птенчиком. Мы так много пережили с тех пор. А после того, как я потеряла связь со своей лучшей подругой Сэм, Иона всегда рядом со мной. Он отправился со мной в Китиш и помог мне найти божественный источник, артефакт, который искал мой отец незадолго до того, как его убили. После того, как я уничтожила божественный источник, чтобы он не попал в руки Тринити, Иона помог мне выследить их отряд за отрядом. Когда я закончила расшифровку записи отца, Иона решил, что лучше всего начать с деревни Касумель. Тогда я не поверила ему, но он оказался прав. Только в Касумеле мы смогли найти что-то уцелевшее. Теперь я понимаю, почему. Тринити знают, что в загадке не хватает куска, и я должна найти его раньше них. Извините. До медового месяца не дошло. Сочувствую твоей утрате. Может быть, я съезжу один. Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Виновата. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Уверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь.
нас умрет. Осторожность не помешает. Вы очень любите. Спасибо. Пора идти. Да? Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найду. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Эй, кыш из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещера. Вот это. Заканчивайте уже! Я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть...
Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Надо взглянуть на эти руины. Надо сходить к тем руинам. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Нужно спуститься вниз. Должно сработать. Отлично. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Ugh!
доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Под контролем. Статуя смотрит на ту пещеру. Это здесь. Иона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити. Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. В этом документе описано какое-то путешествие или паломничество майя. Похоже, что они несли какой-то очень важный предмет и двигались на юг. Туда, где можно найти розовую рыбу. К реке Амазонки, как и сказал Джона. Отлично. Что это за место?
камеры. Нужно найти храм, который ищет Домингес.
Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, Тринити используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Второй отряд, отстававший от основной группы на несколько дней, сообщил о странных происшествиях. Звери стали более свирепыми, а сами джунгли более опасными. Деревья и лианы изгибались и выворачивались. На них отрастали шипы, длиной в палец и острые, словно ножи. Тринити. Древняя тайная организация, которая управляет Верховный Совет, как у иллюминатов. Она существовала еще до рождения Христа. Их задача – завладеть всеми древними артефактами в мире. Я веду охоту на них с тех пор, как узнала, что они убили моего отца. Нам с Ионой удалось выследить множество отрядов Тринити. Но все руины и склепы, что мы видели, были разрушены. Кроме тех, что в Косумеле. Я должна узнать, что они ищут и чего хотят достичь, и остановить их. Ишчель и Чакчель – два лица одной богини. Ишчель – молодая женщина. Она символизирует жизнь и исцеление. Ее сопоставляют с полной луной. Чакчель – старуха, символ смерти. Ее сопоставляют с месяцем. Они близнецы, означающие дуализм и круговорот жизни и смерти. В этом документе достойные будут... Thank you.
Если ее подцепить, она перевернется.
Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда Майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот, что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у Майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. Я нашла кинжал. На нем есть надпись: «Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению». Тринити не получит ларец. Давай все обдумаем. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Повыше. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. Они скоро будут. К
кто? Доктор Доминго и его люди. Похоже, мы нашли тут ТК. Здорово. Тогда начнем засаду. Да, для этого и нужно подкрепление. Занимаюсь. Я как раз и проверяю насос.